«Я возжелал заповедей твоих» – это не просто цитата из Псалтыря, это название книги, посвященной памяти архиепископа Иванова Вознесенского и Кинешемского Амвросия. Презентация состоялась 28 марта, в день рождения почившего священнослужителя. Амвросию исполнилось бы 87 лет. Архиепископ ушел на покой 10 лет назад, а в ноябре прошлого года его не стало. Мы должны всегда помнить о тех людях, которые делали что-то хорошее. Сейчас много издается литературы, абсолютно пустой, которая, ну, просто для того, чтобы провести время. А книга, посвященная жизненному пути человеку, который посвятил себя служению Богу, служению людям, она всегда имеет, безусловно, большую ценность. Над книгой трудились свыше 50 человек из 4 стран – России, Казахстана, Великобритании, Германии. В книгу вошли биографические очерки, фотоматериалы, выдержки из документов, воспоминания людей, знакомых с пастырем. Одним из таких оказался Александр Кузьмичев. И действительно, вот его мудрость, его знание человеческой души помогла действительно укрепиться духовности на нашей Ивановской земле. И очень многие люди в нашем городе с большой любовью вспоминают и всегда будут помнить нашего владыку Амвросия. Благодаря архиепископу в Ивановской области были восстановлены давно забытые церкви и соборы, возведены новые. Храм великомученика Георгия Победоносца – один из последних проектов архиепископа. Все те, кто вложил силы и душу в его строительство, удостоены ордена Николая Чудотворца. Русская православная церковь, она неразрывно связана с историей области и страны в целом, поэтому рассказ об этом необходим, тем более, ведь в советское время история церкви вообще или замалчивалась, или очень сильно искажалась. То есть, а ведь это, в общем-то, огромный вклад делала церковь во все времена. Тираж книги сегодня 250 экземпляров. Однако издатели предполагают, что такого количества будет недостаточно. Ведь в отличие от других изданий, это пища не только для ума, но и для души. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.